прям вообще ни в чем. Ну только единственное, что я в Бершке не могу джинсы себе купить, и все. Когда это все прекратится? Хочу Макдональдс хочу. В целом нет. Единственное, есть проблемы с оплатой, то есть Visa, MasterCard. Невозможность купить товары за границей. И в целом, наверное, это все, да. Так сильно не затронули, наверное. Ну, мы были бомжами, мы остались бомжами, и ничего не изменилось. Отчасти из-за повышения цен? Нет. Вообще ничего? Ну да. У меня лично нет. Да, коснулись цены работы, сокращения. Уволили, в смысле? Да, сокращение из-за того, что политическая ситуация такая. Да. Я не могу оплатить ни Skype, ни Apple музыку. Я считаю это несправедливым. Да, конечно, коснулись. Коснулись, естественно, и финансово, прежде всего. То есть, ну, еда подорожала, не знаю, вся техника подорожала.